В осенне-зимний период наш организм особо остро испытывает нехватку витамина D. Как правило, это связано с тем, что солнечный день становится короче. Восполнить эту потерю помогут такие продукты, как консервированный тунец, растительные масла, яйца, жирная рыба. Еще один незаменимый элемент рациона зимой – клетчатка. Самая важная нехватка в рационе – это клетчатки. Не хватает зимой людям. Просто, как минимум, не очень хочется. Да, ну как-то холодно. Вот, очень важно оставить достаточное количество клетчатки в своем рационе зимой и восполнять ее, ну, естественно, с помощью там каких-то, ну, например, опять же, замороженных, да, продуктов. Специальных рационов по временам года не существует, считает Анастасия Егорова. Нужно просто придерживаться сбалансированного правильного питания круглый год. Не страшно, если зимой хочется более калорийной пищи, наваристых супов, например. Избыток калорий исправит физическая активность. Самое важное, что зимой люди перестают двигаться. Вот, поэтому самая лучшая рекомендация – это выходить на улицу, идти лепить снеговиков, кататься на коньках, побольше движения. Еда, она, вам сам организм подскажет, что ему хочется. Хочется ему горяченького бульона, значит, надо дать ему этот горячий бульон, ничего страшного не случится точно. Питьевой режим зимой также существенно не меняется. Пьем по жажде, утверждает диетолог. А для этого нужно почаще прислушиваться к своему организму. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.